Здрасте, здрасте. Не прошло и недели, как я снова выпускаю ролик. Да, наверное, вы уже соскучились за целых 5 дней. И раз вы стараетесь и прожимаете лайкосы, на последнем ролике аж целых 16 тысяч, то почему бы и мне не постараться и сделать какой-нибудь очень интересный ролик для вас, И не забывайте посещать стримчики, Я погнал дальше снимать на официалочку, но вам я могу порекомендовать крутой модифицированный сервер Fury Rust. Тут есть множество серверов. Соло, дуо, трио, выбирай тот, который больше понравится. Там можно стать предпринимателем, да-да, и продавать выращенные продукты, получая за них бонусы. И там появились специальные ящики, в которых ты можешь найти ценные ресурсы. Global Vibe на всех серверах 5 числа. Не пропустите. Ну и погнали смотреть ролик. Приятного просмотра. Yo, I'm naked. Yo, man, hello. Hello, my friend. No, I'm friendly. I'm really friendly. What's your problem, bro? На этой ноте я уже точно знал, куда я отправлюсь и где я отожму свои первые ресурсы. Ну, пацаны, вы нарвались. Вы попали просто. Вы попали не на свою территорию. Я сейчас приду мстить. Ведь знаете, мне чем-то нравится это место. Ничем не примечательное и очень замечательное. Я же не понял, ты с кем так базаришь? Да иди, брати, блин. Это мой остров теперь, понял? Ой-ой-ой! Все, давай, снимай передачу свою. Выселение клана неадекватов, которые меня убили. Как тебе название? Кто тебя убил? Вы меня убили. Теперь я, пожалуй, пошел в другое место строиться. Но предварительно я еще заберу у вас коптер. Я немножко погонять возьму, да? Вы не против? Сейчас будет бум! В принципе, миссия выполнена. Я угнал коптер и улетел. Долетев практически до аутпоста, я решил отстроить тут свой первый домик, так как ресурсов на него у меня уже хватало. Вот, допустим, вот здесь. Хоп, хоп. My god, you're so f***ing shit, bro. Да, давай так сделаем. Я здесь прям в метре от тебя живу. Где? Давай, если что... Вот, выйди, я тебя не буду убивать. Вот, где дом? А, тут тип бежит в антираде. Беги. Там два типа бегут, убегай. Три типа, брат. Походу нам жопа. Одного убил, но их четверо. Их четверо. Брат! Сейф!
бежит. Их тут очень много. Еба, завалим его. Еба. А то что будет? Что будет, скажи мне, слышь ты? Давай, что будет? Да завали ты, блядь. По-русски говори. Ты чё такой грубый? Тебе не стыдно так разговаривать? Уважаемые жильцы Халау, будьте добры, сдайте наше оружие. Я бы с радостью, но у меня нету. Братан, сейчас, да, сейчас. Ой, так, так жалко, брат. Только не это, пожалуйста, не рейди меня, у меня слишком много ресурсов. В итоге мой первый домик не простоял и 5 минут. Я особо не расстраивался. Я заспавнился на пляже, и тут мне очень-очень сильно жестко фартануло. Можно считать, что дом я тот не потерял. Огонь? Огонь. Братишка, ты дома? Да, слушай, да, впусти, да. Впусти меня по-братски, мне нужно кое-что сделать. Я знаю, как поднагадить клану жестко. Поставь ящик сюда. Я скину весь лут туда. Они хотят арку застроить, а я сейчас пойду и поставлю туда шкаф. А они дверь мою не сняли, да? Нет, они не могут ее снять. Немного поднагадив соседскому клану, я решил отстроить свой домик. Недалеко от этого же самого места, где меня зарейдили. Как жалко, что они у меня дом забрали, как жалко. Мой прототип просто отжали. В планах у меня было немного подоставать моих соседей, которые меня зарейдили. Но для начала мне нужно было найти их дом. Как я его не убил, остается загадкой, я нашел. Я нашел, где живут эти пацаны. Ну это как бы изи, слушай. Ну мы в плюсе, слышишь? Опа. Я их убил, братик. Да, красава, красава. О, блядь, лучники тут, ебан. Давай. Чисто на релаксе. О, чувак. Не, ну как бы поднимаемся с колен, согласен? Мне нужно было расширять свой домик. Но у меня под домом постоянно творилось что-то непонятное. Теперь можно к нему под хату сходить. Ё-моё! Я понял.
кто-то выше меня прыгает. Алло? Сосед, это ты? Я, конечно, не эксперт, но тут что-то очень большое строится. Это кто? Сейчас будет 200 IQ move. Да ладно, вообще. Понял. Ну, такое. Никакое. Зато дом заремували. You are dead. You are dead again. You are dead. Nice English, speak Russian. It's not your house. Это мой дом. Вали. Докажи мне. Да не буду тебя убивать, ты можешь довериться. Я только что убил. Я не верю, что это твой дом, покажи мне. С дыркой такой, да? Да, с дыркой. Ты чё жадный такой, покажи, что у тебя там есть. Потому что это мой дом. Я больше и так уже кемпит, потому что 126 хп. Пойдем, короче, там рейдят, пойдем на рейд. А что, вот эти пацаны тебя сильно напрягают? Да-да, это именно те ребята, которые меня рейдили. Слушай, ну есть идея их зарейдить. Но на это нужно попотеть сильно очень. А у тебя есть чем? Нет, но как бы нас уже много, нас целых двое. И плюс мой сосед третий. Мы готовы объединиться, чтобы наказать одну общую цель. Чувак, чувак, чувак! Слышишь, иди сюда. Чё? Я один это вижу. Чё? Короче, сейчас по-тихому бустимся туда и лутаем печки. Бустанешь? А, давай, давай. Я выпрыгнуть отсюда смогу? I just wanna your metal, bro. Goodbye, my friend. Свою добычу я решил разделить с этим пареньком, который меня бустанул. И он мне рассказал то, что его домик стоит в поле, а не этот дом, который стоит в скале. Давай этот дом выбурим. Сейчас. А у тебя есть чем? Ну мы можем... А, стопэ. Недолго думая, мы решили с ним выбурить эту стенку. Он сказал, какую стеночку мы должны долбить, а я как бы доверился и решил ему помочь. Я не глупый, я просто... Как рейд? Отлично, отлично, мне понравилось, это того стоило. Вот тут я второго убил.
Ага, почти убил. Фух. Ё-моё. Зачем ты, кстати, дверь сделал? Не знаю, просто захотел себе окно. Свежий воздух, чтоб попадал. Я до сих пор не понимаю, зачем мне столько копий. О, копия давай. Возьму. Да. После этого мы отправились заниматься самым интересным занятием. Доубить потолок. Ну, такими темпами, да. Где мы? Ты у меня спрашиваешь. А-а-а. Сколько лута. О боже. Ты кто такой вообще, алё? На аэропорту упал Чинук, куда сбегалось просто огромнейшее количество людей. И я был в том числе. Ведь мне нужна была взрывчатка и калашики. Вот эти-то. Разделим добычу, так сказать. Жесть какая-то, я, блин, в шоке. Калаш, слышишь? Ветряк. Вижу. Ого! На этом моменте я думал, что все потеряно, но я решил взять последний Томпсон и вернуться туда на замес. Минус.
Хоть я и думал, что все потеряно, но я все откомбэчил. И с оружием у меня проблем теперь не было. Недолго думая, я начал укреплять свое строение. И дабы не привлекать много внимания, я улучшил буферку в дерево. Меня интересует, что вон то за челики бегут. Они рейдят? Они рейдят? Услышав рейд, я решил взять калашик и пойти забрать разрывные патроны, так как чтобы зарейдить моих соседей, мне нужна была взрывчатка. А там турель стоит. Брай, hello. Hello. Hey. How are you? I'm alright. This guy has a turret and he keeps killing us. We wanted to get rid of it. I can pick you up. Put a turret in the bush. Это были мои знакомые. А если быть точнее, она была одним из первых постояльцев в моем отеле, который я строил полгода назад, если вы еще такой помните. Do you have explosive ammo? You can give me one. Их там убила турель, и они пытались ее разбить и залутать свои трупы. Я им мешать не стал, и они за это мне решили дать один разрывной патрон, который мне нужен был на изучение. Я хотел посмотреть, что у нас по этой базе. Типов, которые рейдили меня, которые постоянно мешали мне играть. И которые, в принципе, разговаривать не умеют. О, ё-моё, они турели туда наставили. На самом деле, я помню, как этот домик устроен. Он, в принципе, сам по себе и небольшой. Я думаю, две. Пусть будет 14 сишек, и я в лутовой, но это не факт. Может быть меньше, может быть больше. Но я точно помню, как у них устроен домик. И их нужно выселять по-любому. Иначе они выселят меня. О! Напугал. Тут далеко у них много. Я поставил третий верстак в своем домике. И уже был готов мстить. Наконец я решил обустроить свой домик. Так как деревянные стенки это, конечно, хорошо. Но каменные намного лучше. Ну, почти на весь дом хватило. За исключением вот этой дырдочки и потолочков. Обустроив дом, я отправился спать, и зайдя на следующий день, я увидел ужасное. Ребят, которых хотел зарейдить я, зарейдил кто-то другой. Но мои соседи сказали, кто именно их пробахал. И моей целью автоматически стали они. Ребята, которые зарейдили эту базу. Ё-моё, так их чё, уже всё? Ага, понятно. Этих ребят кто-то другой зарейдил. И я не попал на это все, представляете? Ха. Я, значит, так долго готовился, чтобы их зарейдил кто-то другой. Я, походу, догадываюсь, кто. Ну, ладненько, минус соседи. Это хорошо. Что-то не пойму, кто это у меня под хатой тут стреляется. Знал бы этот парень, какую ошибку он совершает, написав такое в чат. Я знал, где они живут, и именно эти ребята, по словам моих знакомых, зарейдили наших соседей, которых хотел рейдить я. Совпадение, не правда ли? Они вряд ли выйдут. Я думаю, они где-то бегают, слышишь? Давай забайтим. Постреляем, посмотрим, может они выйдут на крышу. Выходят, 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 вышли. Постреляй еще. Одного убил. Второго убил. Они сейчас выйдут. Ты забрал калаши? Один калаш забрал.
Оп. Только не убей. Сбивать его надо сейчас. Найс. Отлично, нет, упал. Убил. Наша деревня полностью объединилась, и мы фармили серу на рейд этих ребят. И не только серку. Вообще, я сомневаюсь, что я туда прям кину. Нашу деревню мы решили полностью обнести деревянным забором. Я выставил границы, и мы отправились фармить камень, чтобы обменять на дерево. Нихрена, какие люди, блин. Зачетные видосы, первый раз тебя встречаю. Ну, он, может быть, и не последний. Ты снимаешь? Ну да, так немножко. Снимаешь? Сейчас у меня дерево посыпется. В текстуру ушло мое деревце. Не-не, мы деревню отстраиваем. Сколько стенок получается? Становись сразу на крафт. Фига себе, тут дерево в стенке торчит, алё. Так, ну чё, поехали как бы. What the fuck просто? Что это за великая китайская стена? Чё, серьёзно, я буду каждую стенку так выставлять? В итоге мы огородили всю территорию забором и отправились на замес, который был очень-очень близко к нам. Стой. Минус один. Плюс болт. Прыгай! У меня все пушки. Еще убил. Минус три. Тут еще один. Я упал вниз. Я жив. Ты возле меня топаешь. Последнего убил. На вышке? Да. Наши европейские друзья решили с нами объединиться, чтобы зарейдить тех ребят, которые рейдили наших соседей. И коротко вам расскажу, что он мне написывал. Эти европейцы тоже собрались рейдить тех же ребят, которых хотели зарейдить мы. Представляете, какое совпадение? Да, такое бывает. Все, сборы на улице, сборы на улице. Повторяю, сборы на улице. Прием, как слышно. Окей. Let's go, boys. Ебой. Walking, give me potatoes. I need potato, my friend. Ебой. Найс. Take it, potato, my friend. Thank you. Take it, beer, potato. Oh, yeah. Yes. High quality doors. Really? Burn, baby, burn. No, 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 no. We can destroy one turrets. Nice. One more left side. Yeah, be careful.
Let's go see if around the door. Yeah, no problem. Oh, shield metal, rocket explode. Okay, I'm rocket. I'm rocket. Shoot. One more. One more. Put that. Yeah, nice. Go in center, maybe. Is this below this? Yep. There yep. I can die if I shoot in rockets. Shoot rocket here. Okay. I don't have rockets. Yeah. Shit. Сколько ракет осталось? Okay. They put radar, maybe. One more rocket and explode ammo. One more rocket and explode ammo, my friend. You're welcome for the bags. Good You're shot, my friend. You're welcome. Oh my god, man. Explode ammo, my friend, maybe. Yeah, I don't have you on Steam. Keep going, keep going. Wait. Left side. Go for Lego. One hundred HP, lol. I took metal, but I have to seal. I can seal off. No, stay here. Nice. Let's go check. Explore ammo in TC. Look furnace, look furnace. Yep. Go explore ammo, TC. Go ahead. Shit. This is not all stuff. Yeah, trash. Yeah, above us, garage door and loot room, I bet. Yep. Maybe. Yeah. Next to workbench. Yeah, expect. Okay, let's go. One more rockets, I don't have. Kill them. One more maybe. Oh my god. What can give me medical syringe? I don't have HP. Thank you. I killed him. So many jackhammers, what the fuck? Эти буры мы потратили на долбежку потолков, но так ничего ценного в этом доме мы практически и не нашли. Мы схватили ящик пушек, ящик компонентов и немножечко серы и пошли относить в дом к этим европейцам, так как я уже собирался выходить с этого сервера. Okay.
Give me... Oh, fuck. How did that even kill him? One more next. Oh, you Iron Man, bro. Let's go, one more. Yeah. Fucking Iron Man. Okay, okay. No man, I don't play Russian. Okay. Okay. Goodbye, my friends. Это было смешно. Вот так вот и заканчивается наша история про деревню. Надеюсь, она вам понравилась. Да, 35 минут чистого контента. Ходят слухи, что эта деревня до сих пор процветает на сервере Растопия. Ну а если вам понравился данный ролик, не забывайте прожимать лайкос, ведь я стараюсь только для вас. Всем спасибо за просмотр, скоро увидимся. Всем пока.